Mama, I'ma be a rock star. Lights, lights, camera, action. Lights, lights. Mama, I'ma be a rock star. Lights, lights, camera, action. Lights, lights. Mama, I'ma be a rock star. Hit it like a hitter when I make you drop. Get a party up the rock around the way nobody's licking like a make. Уже 10 утра, я 2 часа монтирую, лег спать в 3:30 ночи, встал в 8 утра, монтирую, хочу доделать жесть, потому что завтра обещал жесть, но я не успеваю и встал пораньше, мало спал, чтобы доделать. В общем, не успеваю ни поесть, ни друзья, ни девушка, никто не позаботится о вас никогда, так как мама. Смотрите, это капец, с самого утра она сходила в магазин, принесла мне клубники и печенье. Как же ж круто. Я любитель чистоты, ненавижу просто грязь. И я настолько монтирую, что у меня нет времени протереть, смотрите, пыль. Я ненавижу грязь, у меня реально нет времени, я не успеваю вообще ничего. Те, кто монтировал что-то большое, должен понять меня до идеала доводить. Привет. Привет. Что за? Что ты камеры стесняешься, Саня? Конечно. Давай на русском я сегодня выложу. Объяснение, почему на 17 тысяч подписчиков еще нет 10к челленджа. Когда 10 тысяч официально заявляю, что я просто без никакой подготовки, без ничего, тупо сделаю бэкфлип. Попытаюсь. Попытаюсь от земли. Да. Потому что то одна хуйня. То другая, не знаете, как это бывает. Не матькайся. Запикаешь. Ну рассказывай, что случилось? Ну, то одно, то другое. То погода плохая, то я заболел, то еще что-то, а то еще что-то. Ну, вы поняли. Как ожидать и когда ожидать? Ну, как только, так сразу. Ладно, короче, понятно. Все. Коли 10 тысяч офіційно заявляю, що я просто без ніякої підготовки, без нічого, тупо зроблю бікфліп. Ну, як тільки, так сразу. 16, тупо. Блядь, мене на вулиці люди зайобують, тікають, коли буде бікфліп, яких я не знаю вообще, тупо, блядь, глаза не бачу. Популярності. Тупо в день мені стоїть там по городу пройтись годину, і чоловіка 2-3 питає за цей час, типу, коли бікфліп. Ну от і все. Мужик сказав, мужик зробив. Все ждуть. Да. Окей. Надо валить. Фу, воняє, маршрутки, чорний дим. Як можливо в місті этом ездить на велосипеде, если здесь даже по тротуаре пешком невозможно ходить, так воняет от машин. Действительно воняет, честно. Потому что пидасы вырезают резонаторы в машинах, потому что их можно продать там за 150 баксов где-то. Сейчас Миша, Санин друг, покажет вам фокус. Давай, Миша. А, окей, сейчас проведем рукой. Опа, появилась меточка, она у нас здесь. Она у нас, мы ее ложим сюда. Теперь смотрите. Так, еще раз повторяю. Ложим монетку, показываем здесь пустая рука и оп, она телепортируется. А ты гонишь. Понял. И давай еще раз. Берем вот так и она возвращается. Давай еще раз. Берем и она возвращается. Блин, реально, чувак, не успеваю посмотреть, куда ты ее ложишь. Магия. У меня осталось последние 25 гривен, и с них пришлось 10 потратить на пшено, потому что вот такие мелкие птенцы выпадают с гнезд, не умеют летать. Не, не хочу есть. Кормить? Давай, давай. Він понимает, что его хочет накормить. Він понял, что він в Украине, и все. Он даже слабкий, він, наверное, еще не есть пшено. Не так-то и просто. Ой, я знаю, як малого заставлять їсти. Так само. Мені нема цим, коли займається, мені жесть. Йдем.
Якщо галка там якісь нету, то вони за ним слідять, типу батьки. Вони на деревах сидять над ними, що він випав. Голубі мразі, типу, да? Голуби, типу, що? А похою, да? Ну, типу так, типу. Вони просто виходять і виріжджає машина, і все. Ну, типу. Передай привіт підписчикам. Скажи, извините, подписчики, что Мишаня отвлекается из-за монтажа жести, из-за таких, как я. Потому что я выпадаю из гнезда. Да, извиняйся, подписчиков. Птенец. Все, это твой дом. На ближайшие 2 суток потом выселяю. Нет времени у меня тебя кормить. Покормлю 2 дня и выпускаю, понял? Короче, Саня сказал, что он уже выздоровел, как я понял, он болел. И скоро будет бэклит. Так что извините еще раз. И самое главное, если видите таких птенцов где-то в лесу, там, не возле дороги, не подбирайте. За ними следят родители, они их подкармливают. Даже если они не умеют летать, родители спускаются, кормят их. Они выживают и так через несколько дней улетают с родителями. Если не съедают кошку и так дальше. Но лучше так, чем подбирать. Не подбирайте. Никогда птенцов. Если видите каких-нибудь птенцов, любой птицы, если там галка или ворон, нельзя подбирать, потому что... Носки, блин. Потому что если вы возьмете руками, родители улетают и отказываются от птенца, и он потом не выживает. А на голубе пофиг. Где твои родители? За голубем не часто присматривают, скажу вам так. Других птиц нельзя поднимать. Птенца голубя еще можно, потому что его... Он стоял прямо на тротуаре, его раздавила машина сегодня, это 100%. Он не то, что не умеет летать, но ходить не умеет и не понимает, очень слаб. И поэтому я его подкормлю 2-3 дня, и он пусть летит, и там как хочет, так и выживает. Yeah, boy! Было how to, как стать крутым, а сегодня how to, как накормить голубя. Давай, братан. Вот ты пищишь, да? Пый. Берете клюв его и в воду. Давай. Топите чуть-чуть. Видите, он сам пьет. Видно он, хорошо. Он уже стоял, умирал от жажды. Но он сам не умеет пить. И нужно его клюв в воду опускать. Давай. Он начинает пить автоматически. Прикольно, да? Природа такая смешная, странная вещь. О, носик попало, да? Бедненький. Все, еще пей. Вышмаркался в воду. Нельзя, кстати, что в носик попало. Может умереть от этого. Еще пить будешь? Давай еще чуть-чуть и все. Давай. Не хочет. Все. Ставим обратно. Воду, которую он перевернет со временем. Потому что сам он не будет пить. Только будет на нее прыгать, если сможет. Если сил хватит. А кормить это ужас. Кормить нужно пальцем и запихать ему еду в клюв или со шприца. Но не человеческую еду. А только пшеницу там, даже хлеб нельзя. Хлеб это взрослым голубям, которые умрут скоро, если их кормить постоянно хлебом. О, видите, поел. Сам он не понимает еще. О, смотрите. Смотрите, уже с моего пальца клюет. Где-то за 1 час научил его есть. Он еще не хотел с руки. Ему нужно вот так вот, видите, не хочет. Сначала нужно в клюв положить, а потом он сам начинает есть уже. Мне монтировать нужно, давай. Видите? Вот как выглядит птенец голубя после того, как его покормил Мишаня. На самом деле любой человек так будет кормить, если нет шприца. Пей. Давай, пей. Давай. И вот так вот. Все. И каша это размазывается. Нужно шприц, и шприцом выдавливать ему в клюв. Но шприца у меня не было, поэтому он грязный, и я весь тоже из-за него. Попытка накормить голубя номер 2 прошла успешно. Покажись. Покажись. Сергей, покажись.
Слышь, ты смешной. Весь каши. Забросал меня каша, я еще сам не ел, а уже его два раза успел покормить. Привет. Привет. Во дворе меня поджидали? Да. Серьезно? Да. Давай, фоткайся. Фоткайся.